Всем привет, друзья! Вы на канале KukobiMovie.rf. С вами Яша, и сегодня мы поиграем в Brawl Stars. Сегодня, ребята, я хочу накопить на 22 награду и кое-что купить. Вы спросите, а что ты хочешь купить? Может быть, ты хочешь купить очки силы? Нет. Может быть, ты хочешь купить большой ящик? Нет. Или бандитку шею? Сегодня, ребята, я решу с помощью считалочки, что мне покупать. Ну, скорее всего, я буду большой ящик и бандитку шею. Итак, ребята, ну что ж, погнали. Выберу кого-нибудь. О, не знаю, нет, точно. Блин, я еще и в осаду пошел. Ладно, одиночку выберем. Мне одиночку полегче играть. Да уж. Угу. Так, посылаем. Ой. Не то, что я хотел послать, ребят. Ну ладно. Так-так-так. Би-б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 и. Так, Миша. Иди отсюда, Миша. Так, давайте попробуем мужа завалить. Мне кажется, это не земные трудности, хотя Рика очень сильный персонаж, но нам не земные трудности. Мне кажется, еще сейчас и Бибера внесу. Потому что он уже близник, а я дальний, и тут мистер Пи выскакивает. Ага. Так, ладно. Так, ребят, ну что ж, пока 4 бойца. Ладно, давайте убьем этого мистера Пи, Катя 2 года называется у них. Так, тихо, тихо. А тут, давайте, давайте, отстань. Нет, отстань. Иди на мой лоб, иди на мой лоб. Перетянуть меня пыталась. Ох, какая-то хитрая. Ой, тихо, тихо. Так. Бегаем. О, вот он кто у нас, Сара просто. Давайте кинем. Вот сюда. Так, смотри. О, да. Нет, он меня изменировал. Посмотри на меня. Ладно, ладно, давай только попробуем сюда поедить. Слушайте, ребята, как будто с ней тут уже час сражается. Прикиньте, как наверное было у вас будет, я уже час. Что бы вы бы сделали? Пишите в комментариях. Либо же ждались, либо если бы вас мама позвала на завтрак или на обед после кушать. И за поддались. Пишите в комментариях, какие у вас есть варианты. Переставляем. И ну, все. Я выиграл. Ладно. Хотелось бы, конечно, большой ящик купить, но, ребят, нет, не хочу. Или скин куплю. Что мне делать? Я не понимаю. Играем эти гемасы. Можем купить, кстати, уровень прав в пасе. Я все-таки куплю. Да-да-да, купить. Следующий уровень. Ну все, я потратил гемаски. Открываем. Дайте. Сколько предметов? 3. А если сейчас будет свечение, я еще и офигею. Ладно. Что ж, ребят, что, прокачиваем брадеров, да? Так, смотрим, ну как красиво, но нормально. Тратим наши монетки. И ради чего это видео? Это какого-то галфаса. А серьезно? Вы серьезно? Все, как мне видео называть? Так, ребят, что теперь? Ну вот, блин, потратил снимать. Ну, пошили купить. Ну, она такая себе. Ладно, ребят. Давайте я дойду до нового рубежа 300 монеток, и мы встретимся. Даже могу накопить один уровень Бравл Пасса. Так, ребята, это просто вам момент из одной карточки. Я подсажаю за бомб. Пытаюсь дойти до 3300 кубков. Да, ребят, это пока как-то выходит не очень.
Ребята, вы не представляете, что я сейчас буду делать. Я просто его запугал. Да, Шелли, это такой читер. Так, ребята, у меня 3307 кубков, а также я накопил 2 награды в правопасе. Погнали, забираем 300 монеток. Офигенно, конечно. А теперь я... Выпади мне, бравлер. Нет, ребят, не выпал. Выпади мне, бравлер. Нет, не выпал. Ладно, ребята, вот такое получилось видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал Кукови Муви.рф. Пока-пока, ребята.